Итак, в очередной раз в программе «Звезда Нука», 71-й уже персонаж. Владимир Фонарев, он же диджей Фонарь. Привет, Вова. Привет. И первый мой стандартный вопрос. Скажи, пожалуйста, пару слов обо мне. Ничего не знаю. Ничего не знаю, как раз пару слов. Как раз пару слов. Следующий вопрос. Представь, что я оказался на Марсе сейчас. И какой первый вопрос марсианам? А что вы здесь делаете? Вот помнишь, был такой сериал «Санта-Барбара»? Ну, очень давно, честно говоря, я так, может быть, поправить мне пару серий. Трех героев не сможешь? Нет, никогда не. Представь, что у тебя поставили перед фактом выбрать один стиль музыки на всю оставшуюся жизнь. Вот либо один слушаешь, как бы другие вообще не слышишь, либо тишина, как бы такой вот выбор. Ну, во-первых, это, конечно, сложно в это поверить. Ну, как бы да. Наверное, музыка, которая бы всегда ласкала мне слух и всегда бы гармонировала мое состояние, была чиллаут музыка. Музыка спокойная, но при этом в ней можно найти все оттенки от других музыкальных стилей. Ну, то есть барабанная, либо чистый дронный амбиент? Ну, с ритмической основой, да. С ритмической основой чиллаут музыка. Амбиент — это все-таки амбиент, чиллаут — это чиллаут. Ну да. А вот как ты думаешь, как бы назвали Микки Мауса, если бы его придумали в СССР? Мне кажется, его и так назвали. Чебурашка. Ну да. Мне кажется, Чебурашка был замечательный. Такая альтернатива Микки Мауса. Как Том и Джерри был, например, да, в Диснейленде, да, и при этом волк и заяц. Ну да, 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 да. Представь, что такая ситуация, все музыканты в мире и люди, которые как-то относятся к музыке, стали резко вне закона. Вот какие бы твои действия первые? Какие гангстеры, да? Как бы, кто гангстер, кто куда? Ну, незаконно, значит. Того, да. Что бы они делали? Ну, вообще нет. Какие вот твои первые действия конкретно? Что первые действия? Сделал. Я даже не знаю, наверное, изучать уголовный кодекс и понимать, за что меня могут прихватить. Ну, да. Исходя из этого, находить легальные способы воспроизведения музыки. Следующий вопрос. Как ты относишься к ежегодному физико-математическому форуму в Колпино под Питером? Замечательно, потому что любое соревнование и любой форум, который существует, да, он дает новые знания. Mm-hmm. Поэтому, хотя я и к этому форуму не имею никакого отношения, если есть люди, которым это интересно, и если получить какое-то развитие собственное, то это здорово. Окей. Следующий вопрос будет экспериментальный. То есть из прошлой передачи человек, который уже отвечал на вопрос, он тоже остался от предыдущего, и тебе остается вопрос Гарика Осипова, ведущий такой был «Трансильвания беспокоит», радиоведущий 90-х. Вот. А он задал такой вопрос. Как ты представляешь себе героя следующей передачи? Мне кажется, должна быть замечательная девушка, которая не стала свой... какой-то вклад в развитие электронной музыки и до сих пор существует. Вот, надеюсь, что будет что-то интересное. Окей, а теперь... Это вообще не всех еще девушек задействовали. Окей, а теперь должен задать вопрос герою следующей передачи, грубо говоря, если это будет девушка, то... Насколько бесконечна Вселенная? Да, хороший вопрос. Окей. Кто их сильнее? Как ты думаешь, кто сильнее, Кинг-Конг или Годзилла? Я думаю, что Годзилла. Японец, да, потому что? Да. Японцами такие. Если бы у тебя была третья рука, что бы ты делал? Какую бы ты назначил функцию? Функция медитации. Чтобы находилась в спокойном состоянии, потому что я думаю, что моя третья рука приводила бы всех в шоковое состояние. И я бы каждый раз, когда я просыпался, думаю, господи, что с ней делать? Ну да, интересно. Окей. Ну, в принципе, как бы, я думаю, что достаточно. Можно просто до самых маленьких наших зрителей. Какой-нибудь рожит в камеру, смешно. Спасибо, спасибо. Окей. Супер.